Если хотите смотреть клипы и слушать красивый рэп, подписывайтесь на канал «Мудрый китаец». Ссылка в описании. Мне в моем положении надо хорошо и много кушать. Ирлуха, в каком таком положении? Положение человека, который любит хорошо и много кушать. Аниптико! Расскажи коротко, что было на родительском собрании? Ну, если коротко, с вас 850 рублей. Недавно познакомился с девушкой своей мечты. Ну и какие мысли у тебя по этому поводу? Если честно, ну и мечты у меня. Дед Петруха пришел устраиваться на работу. В отделе кадров его спрашивают: «А что вы умеете делать?» Дед Петруха говорит: «Ничего». А ему говорят: «У нас таких, у самих полный офис». А кто это сделал? А можно истратить месячную зарплату за один час. Деньги дай, покажу. Наверное, моему соседу вместо квартиры попался бетонный куб. И поэтому он постоянно перфоратором расширяет и делает там квартиру. Аниптико! В наши дни вопрос, который задают собравшиеся выпить новому собутыльнику, звучит примерно так. Как вы узнали о нашей компании? Аниптико! Из женского форума. Сегодня загорело в солярии, и приходил мужик, который хотел загорать 1.5 часа. Он объяснял это тем, что ему нужно завтра вернуться к жене из Турции. А кто это сделал? Не допивайте текилу. Я должен оставить 10-ю часть своему создателю. Ты кришнаит, что ли? Нет, батя сказал оставить 100 грамм, чтобы попробовать, какую хрень мы пьем. Чем занимаешься? Пью водку. А почему один? Остальные догнать не смогли. А кто это сделал? 3 стадии опьянения у студентов. 1-я стадия – приподнятое настроение. 2-я стадия – легкая эйфория. 3-я стадия – сдача экзаменов по философии голубю на улице. Аниптико! Я слышал, ты недавно из тюрьмы вышел. Да, год отсидел. Понимаете, у меня поступило приглашение на званное мероприятие. Было в приглашении написано «Только черный галстук». А когда я пришел, оказалось, остальные еще были и в костюмах. Подписываемся, кликаем на колокольчик.